Добрый день! Вас приветствует любимая компания «Электромотор». Предлагаем вашему вниманию реле контроля напряжения. Это чешский производитель Elco App, модель KHRN57 для трехфазных сетей. Давайте более подробнее рассмотрим, в чем ее конструктивная характеристика. Компания «Электромотор». Конструктивно HRN57 идет в пластиковом корпусе. На панельке мы видим передние у нас две сигнальных лампы. Значит, эти индикаторы говорят о том, что зелененький он в сети. Сейчас мы видим, он подключен, он работает. Красный будет сигнализировать в тот момент, когда уже у вас будут выходить за пределы больше или меньше и отключаться приборы от сети. Значит, мы здесь видим порог. Максимальный и минимальный. Задаем мы параметры обычной отверткой крестовой. Значит, от 420 до 500 – это у нас максимальный порог. И минимальный от 300 до 380. То есть, если за эти пределы напряжение выходит, реле срабатывает, отключает все приборы. Также этот реле с особенностью, у него есть таймер. То есть, мы можем выставить время, через которое сработает данное реле. Производство Чехия, гарантия качества. Чтобы заказать реле контроля напряжения торговой марки Elco App, звоните в компанию «Электромотор» по телефону 044-530-38. Контактный телефон 530-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».